вірно перед Богом поклонімося. Прославмо Бога псалмо співами. Псалмо співами. Як прекрасна природа Бог її створив, і краса голубе небо мене так вабить, знаю, що там мій Спаситель Христос. Тут на землі все скоро минає, в небі не буде смерті загроз. О, синє небо, ти так прекрасне, наче відблиск любові Христа. Хто б дав ті крила, щоби піднятись і відпочить вічнім царстві Христа. Створене небо Бога рукою, місяць і зорі, і наша земля. Завжди дивуюсь тою красою, красою ночі сяє вам дня. Осіннє небо, ти так прекрасне, ти наче відблиск любові Христа. Хто дав ті крила, щоби підняти почить вічнім царстві Христа. Небо, ти вабиш мене в оселі, коли блукаю на тій землі. Пам'ятаю, мій Відкупитель скоро у небо прийме й мене. Осіннє небо, ти так прекрасне, ти наче відблиск любові Христа. Віра – це крила, щоби підняти почить вічнім царстві Христа. Осіннє небо, ти так прекрасне, ти наче відблиск любові
крила, щоби підняти і відпочити в вічнім царстві Христа. Brother Victor. Спасибо. Thank you. Дорогі браті і сестри, пожалуйста, откройте Евангелие от Луки. Dear brothers and sisters, please open Luke. 10 глава, мы с 3 стиха прочитаем с вами. The 10th chapter from the 3rd verse. У нас сегодня такая тема с вами. And we have this topic today. Если мир Божий в твоём сердце и в твоём доме. Do you have the peace of God within your heart and within your home? Итак, Евангелие от Луки, 10 глава, слова Иисуса Христа. And as we read these words from the Word of God in Luke, Он посылает 70 учеников и говорит им, He sends out 70 disciples and He says to them, «Идите, я посылаю вас, как овцы среди волков». And He said, «Go your way, behold, I send you out as lambs among wolves». «Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте». «Carry neither money bag, knapsack, or sandals, and greet no one along the road». «В какой дом войдете, сперва говорите, мир вам». But whatever house you enter, first say peace to this house. Если будет там сын мира, and if a son of peace is there, то мир почиет на нем. Your peace will rest on it. А если нет, and if not, мир ваш возвратится к вам. It will return to you. Итак, сегодня у нас тема с вами. And therefore we have this topic today. Если мир Божий в твоем сердце, do you have the peace of God within your heart доме, and within your home? Это очень важная тема. This is a very important topic. Говорят, что в палатке около 2000 людей. And they say that within this tent there is approximately 2000 people. И все мы стремимся в небесное царство. And all of us are attaining И все хотят войти в рай. And everyone wants to enter into paradise. Но есть законы Божьи. But there are certain laws set forth before God. Исполнивший которые мы имеем право войти в рай. That once we complete them, we have the ability to go into paradise. И мы будем говорить сегодня об этих законах. And we'll be speaking of these laws today. Жатвы много, сказал Иисус. Jesus Christ, that there is much harvest. А делателей мало. But there are few who are there to Молите do it. Господина жатвы. And you ask for your for the чтобы он выслал делателей на жатву. And ask so that the Lord sends out his doers. Жатва это не спасенные люди. Harvest is those people who are not saved. А делатели это духовные работники. And those who do the work are those who are spiritual workers. И Сын Божий послал 70 учеников туда, куда сам хотел идти. And the Son of Man sent out these 70 disciples where he wanted to go as well. И входя в дом, они должны говорить. And going into or entering this home, they need to say, «Мир дому сему». Peace to this house. Если там был сын мира, and if that peace was within this home, этот мир почивал на нем. This peace was rested upon them. Они проповедовали Евангелие. And they preached the gospel. И говорили, приблизилось Царство Небесное. And they said that the kingdom of God has come. Покайтесь. That you need to repent. И после этой миссии они возвратились к Иисусу Христу. And after this ministry, they returned to Jesus Christ. Посмотрите 17 стих. Look at the 17th verse. И они говорят, And they said, Господи, и бесы нам повинуются о имени Твоем. And they said that even the demons are under our authority. А Христос отвечал им, But Jesus said to them, не радуйтесь тому, что духи вам повинуются, Do not rejoice that the spirits, they are obedient to но радуйтесь тому, что имена ваши в книге жизни But rejoice in the fact написаны that your на небесах. Names are written in heaven. Это важнейший момент. This is the most important moment. Записано ли твое имя на небесах? Is your name written in heaven? Имеешь ты дерзновение войти в небеса? Do you want to go into heaven? Он 12 учеников, 12 апостолов также послал на миссию. He also sent the 12 apostles on a ministry. И они тоже пошли. And they also went out. И они проповедовали слово о покаянии. And they preached this gospel of repentance. Изгоняли бесов. And they took out demons. Исцеляли людей. And they healed people. Но самое важное, But most importantly, это покаяние. This was repentance. Это примирение человеческой души с Богом. This is a person humbling themselves before God. Итак, что такое мир? And therefore, what is this? Это прекрасные отношения. What is this peace? This is that communication. Это отсутствие вражды.
This is это спокойствие. This is that peace, quietness. Это понимание друг друга. This is the understanding of это one another. Это внутренняя удовлетворенность. This is simply being peaceful within yourself. Это радость. This is joy and peace. Имеешь ли ты это в сердце? Do you have this within Имеешь ли ты это в доме? Do you have this within your home? Война — это конфликт. A war, it is это a conflict. Ненависть. This is something, это гнев, something. Ярость. And this is heresy. Месть, вражда. And this is that place. Адам и Ева имели мир с Богом. And Adam and Eve, they had peace with God. Когда они были в раю. When they were in paradise. И Господь беседовал с ними. And God spoke with them. Он заповедал им охранять и возделывать Эдемский сад. And they were told to keep and tend to this paradise, to this garden. Я думаю, подлинное счастье. And I think that this was good for them. Это когда муж и жена. When the husband and the wife, имеют мир между собой, when they have peace among each other, и среди них Господь, and God is there, это и есть рай на земле, and this is that paradise here имеешь on earth. Ли ты мир Божий в сердце? Do you have the peace of God in your heart? Что делается в твоей семье? What is going on within your family? Если ты не имеешь мира Божьего, if you do not have the peace у тебя of God, очень серьезные проблемы, you have a very serious и problem. Ты сегодня должен прийти к Богу, and you need to come to затем, God чтобы today, Бог исцелил твое сердце, in order for God to heal и затем, your heart, чтобы мир Божий пришел and в твое so that сердце. Peace of God could come into когда your heart. Я Адам и Ева, and when Adam and Eve, нарушили волю Божью, when they transgressed the law of God, они были изгнаны с Эдемского сада. They were taken out of that Garden of Eden. И в Адаме все мы согрешили. And within Adam, all of us have и sinned. И грех вошел в потомков Адама. And this sin was in the future generations of Adam. Прошли годы. And years went by. И потомки Адама стали атеистами. And as these generations kept going. И сказал безумец в сердце своем нет Бога. And the person who was foolish said that there is no God. Атеисты пришли к мысли. But as the thoughts came. Что не Бог сотворил человека. It is not God that created man. А человек сотворил Бога. That man created God. Обманутые сатаной. And they were lied by Satan. Грешник сделал себя центром вселенной. And this sinner made himself the center of the universe. И начался процесс разрушения. And this process of breaking apart began. Эмоции. And these emotions. Воля были поражены грехом. And their will was simply filled with sin. И грешник сказал. And the sinner said. Я не хочу, чтобы ты царствовал надо мной. And I don't want for you to be an authority over me. Другие потомки Адама стали идолопоклонниками. And others who came after Adam, they began to worship и они idols. Поклонялись твари вместо Бога. And they worshiped other things besides God. И они стали самолюбивы. And they began to be lovers of themselves. Сластолюбивы. And they became lustful and lovers of this world. Смотрите, как Библия описывает сердце грешника. And listen to how the Bible writes of the heart of a sinner. Послание к Римлянам, 3 глава, с 10 стиха. Romans 3:10 says the following. Говорит святой Павел. Apostle Paul says. Нет праведного ни одного. There is none righteous, no, not one. Нет разумевающего, никто не ищет Бога. There is no one who understands, there is все none who seek after God. They have all turned aside. Все до одного. They have all of them. Негодный. They are никто не ищет Бога. Unprofitable, there is none that do good, none that seek God. Гортань их открытый гроб. And they are simply open to their grave. Языком своим обманываю. And with their lips they lie. Яд аспидов на губах их. As poisons of asp is under their lips. Уста их полны злословия. Whose mouth is full of cursing and bitterness. И горечи. And bitterness. Ноги их быстры на пролитие крови. Their feet are swift to shed blood. Разрушение и пагуба на путях их. Destruction and misery are in their ways. Они не знают пути мира. And the way of peace they do not know. Нет страха Божьего перед глазами их. There is no fear of God before their eyes. Это и есть основная проблема. This is that main problem. Нет страха Божьего. They do not have the fear of God. Они не избрали страх Божий. They did not choose the fear of God. Они не стали благоговеть перед Богом. They didn't start to come before God. И их сердце исполнено было блуда, прелюбодеяния. And their hearts were full of lust and adultery. Зависти, гордости, богохульства. And jealousy and going against God. Непокорности, убийства. Not being respectful under authority and murder. Вероломство.
and other things. І Бог говорит, and God says, нет мира нечестивому. There is no peace. Ні в серце. What, none in their heart. Ні в сім'ї. Not within their families. Ні на роботі. Not in ні their в церкві. Work, not even in church. Якщо у тебе проблеми з миром Божим. If you have problems with the peace of God. У тебе є гріх. Whether you have sin, і тобі треба прийти к Богу, you need to come to God, і розкаятися в своїх гріхах, and repent in your sin. Грешник враждує проти Бога, a sinner goes against God, і проти ближнього, and against those who are close to him. Книги Бытие в 4 главе 8 стихе говорится, как Каин убил Авеля. Genesis 4:8 writes to us about how Cain killed Abel. Это первое убийство, and this is that first murder. А затем кровь. And, войны, истребление целых народов. And through this came bloodshed of many different peoples. Насилие, торговля людьми, концлагеря, тюрьмы и прочие вещи. And we see that there are different prison camps and prisons and different things that came after this. А в семьях измены, разводы. And within families there are conflicts and separation. Убийства. Murder. Возьмите только аборты. And even look at simply at abortions. И что делается в сердце грешника? And what is happening within the heart of a sinner? Депрессия, depression, отверженность, and simply turning боль, away, hurt, обиды, and being mad, непрощение и страх. And there is fear within them. Когда нет мира в сердце человека, when there is no peace within a person's heart, он лишается сна. And he is simply он разрушает свое здоровье. And he simply breaks apart his health. Вы знаете, что каждый день на нашей планете and do you know that every single day on our planet тысячи людей заканчивают самоубийством. There are thousands of people that end their lives by suicide. Дети и подростки. And there are people that young people девушки и парни who are girls and boys женщины и мужчины women and men уходят из этой жизни who leave this life потому что они отвергли любовь Божью. Because they put away the love of Jesus Christ of что God. Сделал Господь чтобы грешник имел возможность примириться с ним. What did God do to give the ability of the sinner to have that relationship back with God? Бог послал единородного сына своего. God sent his only begotten son. Который взял на себя грех мира. Who took the sin of the world upon himself. Придёт примиритель от Сиона. And this person God or Jesus will come from Zion. Это пророческое слово о Христе. And this is that prophetic word of Jesus Christ. И когда Христос был рожден, and when Jesus Christ was born, пастухи стали свидетелями следующего. And we see that the shepherds were witnesses of the внезапно following. Явилось великое множество ангелов. And we see that there was a large amount of angels that came. Многочисленное воинство небесное. And there is a large numbers in the heavens. Славящие Бога. They were praising God. И взывающие. Glorifying and saying. Слава вышних Богу. Glory to God in the highest. И на земле мир. And и в человеках благоволение. On earth there is peace. Христос вышел на миссию. And Jesus Christ went into this ministry. Проповедовал Евангелие. He preached the gospel. И снова его проповедь была в словах. And his sermon was in his words. Покайтесь, repent. Ибо приблизилось царство небесное. For the kingdom of God is near. Однажды он своим ученикам сказал такие слова. At one time he told his disciples the following words. Которые не мог сказать ни один пророк или священник. That no prophet or any kind of a Pharisee could have said. Мир оставляю вам. I leave my peace to мир you. Мой даю вам. And my peace I give не to так, you. Как мир дает вам. Not as the world gives я to you. Вам. I give it to да you. Да не смущается сердце ваше. And may your heart not be wearied. И да не устрашается. And may it not be feared. Он ходил на земле he walked upon this и проповедовал покаяние. And he preached repentance. И однажды богатый человек по имени Закхей and one time Zacchaeus, a rich man, встретился с ним he met with him, и он сказал о его доме. And he spoke of his home. Ныне пришло спасение дому этому. Today, salvation has come to this home. И Закхей получил мир в своем сердце. And Zacchaeus, he had peace within his heart. Он встретил женщину Марию. And he met with this woman Mary. Это была Мария Магдалина. This is Mary Magdalene. Это была грешница. And she was a sinner. Он изгнал из нее семь бесов. And he took seven demons out of her. И мир Божий пришел в ее сердце. And the peace of God came into her heart. Пришел ли мир в твое сердце? Has peace come into your heart? Да, он умер на Голгофе. Yes, he died on the cross. И воскрес. And he was risen again. Для того, чтобы
For that reason. Каждый из нас имел мир Божий. So that each one of us can have the peace of God. Это пророк Исаия о нём сказал. And even the prophet of Isaiah speaks of him. Он был презрён и умолён пред людьми. And said that he was basically put down before men. Муж скорби, изведавший болезни. He was a man of sorrow. И мы отвращали от него лицо своё. And we took our faces off away from him. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. And he was basically put down. Но он взял на себя немощи наши. But he took our sorrows. И понес болезни наши. And he carried our sicknesses. И мы думали, что он был поражаем. And we think that he наказуем. That he was уничижен Богом. That he was placed or smitten by God. Но он был извязлен за грехи наши. But he was a sacrifice for our sins. И мучим за беззаконие наше. And for our unrighteousness, our unlawfulness. Наказание мира нашего было на нем. And all of the world, the sin of the world was upon him. И ранами его мы исцелились. And by his wounds we are healed. Господь Jesus or God поручил церкви проповедовать Евангелие. He gave the authority of the church to preach the gospel. Он сказал: "Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие". And he said, "Go into all the world and preach the gospel". Твари, to all flesh. Кто будет веровать и креститься, спасён будет. Who will believe and be baptized, he will be saved. А кто не будет веровать, and him that does not осуждён believe, будет. He will be cursed or he will be judged. Во время Спасителя было две группы людей. During our Savior, there were two different types of people. И сейчас эти две группы людей. And today also there is that two groups. Одни будут веровать, one и будут спасены, and will be saved, а другие не будут веровать. And the second will not believe. Первую группу людей. That first group of people. Иисус приглашает к покаянию. Jesus calls to repentance. И они откликаются. And they answer. И совершают покаяние. And they repent. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом. And therefore, having that peace, we have peace with God. И люди входят в небесное царство. And people enter that heavenly place. Святой Павел говорит. And Apostle Paul says, ибо царствие Божье, for the kingdom of не God, пища и питье, it is not simply drinking and но eating, праведность, but righteousness, мир, truth, peace, и радость во Святом Духе, and joy in the Holy Spirit. Заметьте сразу праведность. Notice how it is that righteousness, а потом мир и радость, and then peace and joy. Если в твоем сердце нет мира, if you do not have peace within your heart, подумай, есть ли в твоем сердце праведность. Ask yourself if you are righteous within your heart. Потому что праведник имеет мир с Богом. For the truthful person, the righteous has peace with God. И христианин всегда стремится к миру. And a Christian always strives for peace. Со всеми людьми. With all people. В своей семье и на работе и в церкви. Within his family, within his work, and in his church. Итак, мир Божий. And therefore the peace of God. Я хотел бы обратиться к мужчинам. I would like to speak to the men. Имеете ли вы мир Божий? Do you have the peace of God? Вы отцы своих семейств. As you are the fathers of your household. Имеете ли вы практику? Do you have that practice? Каждый вечер собирать свою семью. To gather your whole family at night. Жену и детей. Your wife and your children. И искать лица Господнего. And to seek the face of God. Благословение Божье. The blessing of God. Приходят в наши семьи. They come into our homes. Через нас, мужчин. And our families through us, men. И многие проблемы в нашей семье. And many different problems in our families. Приходят через нас, мужчин. Also come within us, men. Послушай. Listen. Ты отец семейства. You are the father of your Знаешь household. Ли ты, do you know, что ты отвечаешь за то, что делается в твоей семье? That you are responsible for what happens or за what своих occurs детей, in your family, for your children, за духовность твоей жены. For the spiritualness of your имеешь wife. Имеешь ли ты мир Божий в своем сердце? Do you have the peace of God within Если your heart? Нет, тебе надо покаяться. If not, you need to тебе repent. Надо прийти к Богу. You need to come to и сказать, God, Господь, прости меня. And to say, Lord, forgive me. Ты не можешь быть благословенным человеком. You cannot be a blessed man. Если ты не будешь иметь мира в сердце своём. If you do not have the peace within your heart. Потому что от избытка сердца говорят уста. For whatever happens in your heart, you speak it. Посмотрите Псалом 28, 11 стих. If, as we look at Psalm 28. Господь даст силу народу своему. May the Lord give the strength to his people. Господь благословит народ свой миром. May the Lord bless his people with peace. Отличительная черта. And this
благословенного народа Божьего. The blessed people of God, or nation Они of имеют God. Мир. They have peace. Они ищут мира. They seek peace. И стремятся к нему. And they strive Они to наслаждаются it. Этим миром. And they are simply, they take that peace Я within хотел themselves. Бы обратиться к девушкам и парням. And I would like to speak to the girls Есть and the boys. Есть ли мир Божий в твоем сердце? Do you have the peace of God within you? Слышишь ли ты голос Божий? Do you hear the voice который of God? Говорит, Which is speaking, почитай отца твоего that you need to be и мать твою, to your father and your mother, и будет тебе благо, and it'll be good to и you, будешь долголетен на земле. And you will live long on this Если earth. Ты хочешь иметь благословенную семью, If you want to have a blessed family, если ты хочешь иметь благословенных детей, If you want to have blessed children, у тебя должно быть почтение к твоим родителям. You need to be obedient to your parents. Я хотел бы обратиться к женщинам. And I would like to talk to the women. Писание говорит, The word of God says, жены, покоряйте своим мужьям. That the women or the wives need to be obedient to Имеешь their husbands. Ли ты мир в своем сердце? Do you have peace within your heart? Знаешь ли ты, что мудрая жена устрояет дом? Do you know that the wise woman she builds up her От избытка home? Сердца говорят уста. That from whatever's in our heart Если we speak. Если мир Божий придет в твое сердце, If the peace of God comes into исчезнет your heart, боль. And this hurt исчезнет will go away. Придет тишина. And this peace придет and благословение Божье. And the blessing of God will come into Наблюдай you. За непорочным. Be watchful. И смотри за праведным. Look and be watchful to и make sure ибо будущность такого человека мир. For the future of this person Понимаешь is peace. Ты, Do you understand что Господь хочет благословить тебя миром? That God wants to bless you with peace? Я хотел бы обратиться к служителям Божьим. And I would like to speak to the ministers of God. Если мы желаем иметь откровение If we want to have a и водительство от Духа Святого, and the Holy Spirit to move, если мы желаем понимать Бога, If we want to understand God, и чтобы благословляющая рука была на and нас, so that the blessed hand of God can be upon наше сердце us. Должно иметь мир. Our heart needs to have Мир peace. Божий, который превыше всякого ума. The peace of God, which is above all understanding. Посмотрите Псалом 118, 165 стих. If you look at Psalm 118, 165. Велик мир у любящих закон твой. Great is the peace of those who love your law. И нет им преткновения. And nothing stands before them. А если по-другому прочитать этот стих? If we read it in a different way. Малый мир у нелюбящих закон твой. And this is a great peace for those who understand. И у них постоянные проблемы. And these people always have problems within them who do not understand. Что необходимо сделать, чтобы мир Божий был в наших сердцах? What is necessary to do to have the peace of God? Постоянный и глубокий. Always. Я знал женщин, которые не имели мира в сердце своем. I knew women who did not have the peace of God Они within them. Они приходили и плакали. They came and they cried. И говорили, как грубые и жестокие их мужья. And they spoke about their husbands. И в их сердце было много и много боли. And they had a lot of hurt within their hearts. Много горечи. And they had much hurtfulness. И много слез. And many tears. Одна женщина. One woman. Молилась Богу she prayed to God. И говорила, измени мужа своего. And she said, change my husband. Это был тяжелый человек. And this was a hard man. Я знал этого человека. I knew this man. Это была правда. And this was true. Это был тяжелый человек. And this was a very hard man. И она начала молиться Богу, измени мужа своего. And she began to pray to God, please change my husband. А с мужа, о муже она сказала. And she spoke of her husband Я буду saying, поступать с тобою так, как ты со мною поступаешь. And she said to her husband, I will treat you as you treat me. И они начали сражаться друг против друга до последнего ребенка. And they began to war against each other, even to the last child. Может, это твоя ситуация? Maybe this is your situation. И она постилась и молилась Богу. Maybe she fasted and prayed before God. И Бог сказал ей, and God said to her, изменись сама. You need to change yourself first. И она огорчилась на Бога. And she began to become mad at God. И она снова начала поститься и молиться. And again she began to fast and pray. И Бог ей снова сказал, and God spoke to her and said again, изменись сама. You need to change yourself. Она была умная женщина. She was a wise woman. Она говорит, мне трудно это было сделать. And she told me that it was difficult to Но do. Но я стала плакать перед Богом. But I began to cry before God. И начала изменяться. And I began to change. И Бог начал изменять ее мужа. And God began to change her husband. Я знал мужчин. I knew men. Служителей Божьих. Who were ministers of God. Которые были очень огорчены. Who were angered very
И они от обиды уходили с церквей. And because of this, they left the church. Они говорили очень горькие вещи. And they said very hard words. И их гордость была ранена. And they had much pride within them. И они не имели мира Божьего. And they didn't have the peace of God within Понимаешь, them. Ты не можешь быть благословенным человеком. Do you understand that you cannot be a blessed person? Если глубоко не смиришь свое сердце. If you don't deeply humble your heart. Потому что Бог благословляет только смиренных сердцем. Because God only blesses the humble hearts. Как много благ у тебя для боящихся тебя. How much grace do you have to those who fear you? Ты хранишь их для тех, кто боятся тебя. Do you keep them safe for those who fear you? У Бога есть много благословений для тебя. God has many blessings to you. Но мое и твое сердце должно быть открытым. But yours and my heart needs to be open. Итак, что нужно сделать, чтобы иметь мир? Therefore, what do we need to do to attain peace? Исаия 48 глава, 17 стих. Isaiah 48, 17. Бог говорит, О, если бы ты внимал заповедям моим, If you were to listen to my laws, тогда мир твой был бы как река, Therefore your peace would be as a river, и правда как волны морские, and truth as the waves of the ocean, or the sea. Если человек If the man не внимает Слову Божьему, if he listens to the word и не живет of God, по Слову Божьему, and does not live by it, его мир скоро исчезает. His peace very quickly Он goes away туман. From him. He is as that fog, and it simply На goes работе, away семье, very quickly. At work and within the family, церкви, в сердце, in church and within your heart, у него нет мира. He does not have peace. Если ты этот человек, if you are not this person, тебе нужно прийти к Богу. If you are, you need to come to before God. Второй момент, мы должны доверять Богу. The second thing is that we need to allow God. Basically, trust in God. Бог говорит твоему сердцу. God speaks to your heart. Не заботься ни о чем. Do not forget about Но anything. Но всегда в молитве и прошении с благодарением. But always in prayer and supplication with thanksgiving before Открывай Him. Свои желания пред Богом. Open up your desires before и God. И мир Божий, который превыше всякого ума. And the peace of God, which is above all understanding. Соблюдет помышления твои во Христе Иисусе. Will continue your thoughts in Christ Jesus. Очень важный момент. It is an important moment. Доверяем ли мы с тобой Богу? Do we trust God? Павел говорит, наконец, братья, And Apostle Paul said, and to the end, brothers, о том, что только истина, and that which что is честно only true, и справедливо, that which is right, что чисто и любезно, that which is, pure, что достославно, that which is, holy, что добродетели похвала, о том помышляйте. And that which is good, that you need to think of. И мир Божий будет с вами. And the peace of God will be with you. Это законы Божьи. These are the laws of God. Понимаешь, сколько владычества Божьего в нашем сердце? And do you understand how much of God was within our heart? Сколько будет и мира в нашем сердце? How much He moves within it, that is how much peace we will have. Если Он владычествует полностью в нашем сердце, If He is in full control of your heart, мы с тобой имеем плод мира. We have that fruit of peace. Если владычества Его мало, If he does not have control within и your мира heart, Божьего мало в нашем and сердце, if there is only a little bit of peace within our heart, человек, который имеет мир Божий, a man that has peace of God, он слышит, he hears, как Бог говорит к его сердцу, what God speaks to his он heart, он понимает Бога, he understands God, он знает, что, когда и как делать, he knows what and when to do. Молодые люди. Young people, если вы хотите благословения, if you want blessing, ищите Бога в молодости вашей. Seek God in your youthfulness. Отдайте свое сердце в молодости. Give your heart to God in your youth. И Бог благословит вас. And God will bless you. Возможно, у тебя очень большие скорби. Maybe you have different hurt within очень your heart. Трудные обстоятельства. Maybe different difficult situations. И отчаяние захлестывает твое сердце. And maybe it is closing in your heart. Это Бог говорит тебе сегодня. And God is speaking to you today. Твердого духом. That a strong spirit. Ты хранишь в совершенном мире. That you need to keep within complete peace. Ибо на тебя надеется он. For he looks at you, looks upon you. Мой любимый стих из Библии. My favorite verse of the Bible. Первая книга Царств, 30 глава, 7 стих. First Kings, chapter 38. Там было очень тяжелое обстоятельство у Давида. There is a very difficult situation Сиклах with David. Сиклах сожгли. Город Сикилах сожгли. We see that this place was placed on fire. Жен детей увели. And they took the women and the children, they took them Воины away. Воины восстали против Давида. And these warriors, they stood up against David.
И о нем сказано. And it was spoken of him. Но Давид укрепился надеждой на Бога. And we see that David, that he put, placed his hope in God. В твоих обстоятельствах. That in your situation. Укрепись надеждой на Бога. Will you be strengthened with your hope in Ибо God? Ибо Бог не оставит тебя. For God will not leave you. И подаст свою защиту. And he will give his protection. Один человек. One man. В Новом Завете. In the New Testament. Сказал такие слова. Said the following words. Ты не отпускаешь раба твоего с миром. Today you allow your servant to leave Ибо with peace. For my eyes have seen your salvation. На смертном одре. Even in a fiery trial. Человек, который имеет мир с Богом. A person who has peace with God. Спокоен. Is peaceful and quiet. Потому что он уходит своему Творцу. For he is going to his Creator, to his own Son. Однажды человеку положено умереть. It is only counted once for a man to die. Пожалуйста, на секунду представь, что ты сегодня уйдешь к Богу. Imagine for yourself for one second that you will go to God. Что будет делаться в твоем сердце? What will be occurring within your heart? Я был у многих у одра, когда они умирали. And I was in the presence of many people who were dying. И одни уходили с радостью. And some left this earth with joy. Другие плакали и просили. Others were crying and asking. Позовите мне этого человека и этого. Please call this person and this person. Я сплетничал о его детях. For I gossiped about his children. Я поступал с ним нечестно. I did not lead a truthful Я хочу попросить у него прощения. Was not truthful and I want to ask forgiveness. Есть ли мир Божий в твоем сердце? Is the peace of God within your heart? И наконец заключение. And to close. Через несколько минут мы будем молиться. In a few minutes we'll be praying. Я прошу музыкальную группу занять место and и I would like песню. To ask for the singing group to take their places for the song. Итак, почему христианин теряет мир? And therefore, why does a Christian lose their peace? Потому что они припоясаны чресла ума. For they are not girded with their mind. Грязные мысли текут через разум человека. Filthy thoughts are going through their head. И человек не сортирует и не вычерпывает эти мысли. And he does not filter any of these thoughts. А некоторые наслаждаются этими мыслями. And many different people they take pleasure in this. Истинное покаяние это когда ты Truthful repentance is when you оставляешь грех, when you leave your sin, и мысли чистые, and your thoughts are clean. Второй момент. And the second thing, христианин живет в страхе. A Christian lives in fear. Он не доверяет Богу. He does not Что будет дальше? Trust in God. What will occur А вдруг next? Заболею? What if I get sick? А вдруг случится вот это? What if something А вдруг else лишусь happens? Работы? What if I lose my job? Третий момент. And the third moment. Христианин живет в грехах. A Christian is living in sin. И он знает, что он живет в грехах. And he knows that he is living in sin. Внутри пустота и депрессия. And within himself there is simply emptiness Бессилие, and depression. Нет желания молиться. And he has no desire to pray. И тяготеющая рука Господня над ним. And the hand of God is heavy upon him. Мужчины. Men. Если вы причастны к алкоголю и порнографии. If you are involved with pornography and alcohol. Вы должны покаяться в своих грехах. You need to repent in your sins. Мир Божий раньше не возвратится, прежде чем ты не раскаешься в своих грехах. And the peace of God will not return until you repent of ты these должен sins. Понимать это. You need to understand. Бог согласится только на твое покаяние. That God will only hear your repentance. Чтобы возвратить тебе мир. So that he can give you that peace Четвертый back. Момент. And this fourth moment. Обиды. And all the anger. Ссоры. And all the Чажбы с ближними. With others, особенно с домашними. Especially with those of the household. Если у тебя есть обида, if you, приди к Богу и скажи, это я. If you hold something against somebody else, я потерял мир твой, Господи. Come to God and say, it is Возврати I мне радость спасения. Please return that peace back to me. Бог говорит, and God says, я исполню слово. I will complete my мир, word. Мир дальним и ближним. Peace I will give to those who are close а нечестивым нет мира. For those who are not clean, they have Они no peace. Они взволнованы, как море. They are simply as waves in the sea. Которые не может успокоиться. Who cannot be quieted. И которые выбрасывают ил и грязь. And that keep throwing out dirt. Нет мира нечестивым, говорит Господь. And there is no peace, says Приди the Lord. Приди сегодня к Богу. Come today to God. И получи благодать и благословение. And receive the blessings Однажды of God. Однажды Сын Божий. And one time the Son of God. Приближался к городу отступников. He came to a city that was
that was unclean. Это был Иерусалим. This was Jerusalem. И он заплакал. And he began to и cry. Сказал, and he said, о, если бы ты хотя в этот день твой, if only in this day, узнал, что служит к миру твоему, you knew what brings to your peace, но ныне это сокрыто от глаз твоих. But today it is closed before your через eyes. 40 лет, and in 40 years, этот город был разрушен до основания. This city was basically они a выбрали to свою its foundation. Судьбу. They basically, я просил бы вас встать сейчас. And I would like to ask for you to stand. И я прошу музыкальную группу начать петь, и я хочу, а остальные мы молимся. And I would а like я to хочу пригласить наперед sing. Всех тех, кого касался Господь. And would like to мужчины, all those who are touched вы должны by God. Первые быть в покаянии, men, you need to repent потому first, что через вас приходит благословение you, и проклятие в дома ваших. Вы должны первые быть в покаянии, и наши сердца должны искать Бога, чтобы наши сыновья и дочери были благословенны, чтобы наши дети и внуки были благословенны. Мы должны искать Бога в сердце своем. Это на нас лежит ответственность. Итак, я приглашаю всех к покаянию, кого касается Господь, юношей и девушек, женщин и тех, кто пришел в этот зал, возможно, впервые.